Если вы смотрите это видео, значит, этот снегоход уже продан. Было много на него надежд, было много планов с ним что-то сделать, его довести до ума. Но он не видит смысла в снегоходе, который просто стоит в гараже, с перебранным новым двигателем, с перебранной полностью подвеской, и просто стоять в гараже ему смысл такой. Просто снегоход простаивает. Я чем мог помог, собрал двигатель, сделал так, что он ездит, заводится, и теперь выставил его на Авито, и уже есть звонки, есть покупатели, которые хотят его забрать. Цена вопроса была 390 изначально, сейчас мы договорились 350, при том, что у снегохода нет документов, и он не угнанный. Он не угнанный, он не в розыске нигде, как бы мы покупали его такой без документов, покупали со старой базы, где списывали снегоходы, которые уже отходили, у него действительно есть проблемы там с рамой и так далее. Но снегоход покупали за 100, если не ошибаюсь, 50 тысяч, плюс очень много было вложений. Первый раз двигатель 100 тысяч вложил Игорек, и второй раз 54 тысячи, по-моему, это последний раз, когда, после последней рыбалки, когда мы сломали коленвал. Поэтому история этого снегохода заканчивается на том, что мы его просто продаем. Продаем, он уже, говорю, уже должны забрать. И если этот видос вы смотрите, то снегохода уже в принципе нету. Потому что если бы мы его не продали, я бы, соответственно, видос уже пилил совсем о другом. Должен был получиться проект, я обещал, но, к сожалению, пришлось сделать кое-какие поправки и продать снегоход. Теперь будем заниматься мотособакой. Будем до ума доводить ее. Очень много планов. Будем делать на нее отвал. И будем пробовать чистить снег на ней. Я уже такое проходил, делал со снегоходом Stealth. У меня остался старый отвал, который я варил. Теперь его надо немножко довести до ума и попробовать присобачить мотособаке. Дальнейшие видосы. Те подписчики, которые ждали, что я с ним что-то буду делать. К сожалению, я вас расстрою. Делать я с ним ни хрена не буду, потому что он продан. Снегохода уже нет. Жалко, реально жалко, но цены на снегоходы очень дорогие, поэтому что-то купить другое вряд ли. Игорек, я сомневаюсь, что он захочет что-то другое покупать. Скорее всего, это просто будет его вложение, там, проценты и так далее. Вот, а на этом как-то вот так вот, короче, будем прощаться с снегоходом. Ребят, продажа тоже, кстати, я вам скажу, так себе. Не очень бы хотелось его продавать, но есть некоторые вот такие у Игорька финансовые потребности. Поэтому все, кто ждал от меня каких-то новых видосов по Поларису, их не будет. Их не будет. Будут теперь только видосы с мотособакой. Мотособака. Мотокошака, мотособака, мотопсина, щенок, щегол. Называть, короче, будем его, делать из него трактор, который будем чистить дороги. И это будет, поверьте, не менее интересно, потому что сзади вас, вы просто сейчас не видите, лежит бочка 200-литровая, лежит отвал. Я вам сейчас это покажу. И из этого всего мне надо сделать на мотособаку отвал, который будет легко ехаться, будет чиститься, как-то еще, чтобы он поднимался. Так что в следующем видосе вы уже будете смотреть, как я делаю из мотособаки трактор. А на этом все, ребят. Поларис. Возможно, именно сейчас он едет в последний свой путь. Поэтому, ребят, жалко, конечно, но такова его судьба. Что? Ребят, сижу, жду людей, которые сейчас должны подъехать, чтобы посмотреть Поларис. Все, возможно, его заберут. Вопрос только цены. Цена была выставлена 395 сначала, сейчас 375. Если больше, то предлагаю типа за 350, но пока они еще не смотрели. Ну, посмотрим. Это все как бы понятно, что торг по телефону — это одно, а на самом деле, когда приезжают, тогда уже о цене говорить на месте. На будущее тем, кто будет продавать снегоходы или машины. Вот, поэтому жду людей, если, естественно, сегодня его забирают. А если вы, конечно, смотрите это видео, то уже понятно, что снегоход продан. В общем, вот снегоход стоит, и я жду людей, которые должны приехать вон оттуда. Печально, конечно, что продается снегоход. Я сейчас покатался, блин, вспомнил свой Поларис. Конечно, с мотособакой не сравнится вообще никак. Снегоход есть снегоход. Да, много
в него было вкинуто денег. Не знаю, напрасно или напрасно, но мы покатались, мы ездили на рыбалке, мы остались довольны. А теперь снегоход просто от нас уезжает к новым хозяевам. Надеюсь, они его, точнее, он их не подведет. Не подведет так же, как не подводил, в принципе, нас. И даже в той серии, когда мы оставались стуканутым движком, мы все равно знали, что мы доедем обратно на этом сломанном коленвале, потому что эта машина, она вывезет тебя откуда угодно. Это 100%. Так что, пацаны, зрители канала, сегодня Polaris уходит с нашего канала. Будем заниматься теперь упорно мотособак. На этом будет выделяться наше время теперь. А что делать? Честно сказать, я даже, может, был бы рад, если его бы мы сегодня не продали, так как мы тогда его, да, модернизировали, сделали и дальше бы ездили на нем на рыбалку в наших здесь местах, то есть это когда мы ездили в тундру. Но, опять же, это не мой снегоход, и не мне решать, продавать его сегодня или нет, потому что Игорь попросил выставить на продажу, покупатели появились, и мы, соответственно, я его, соответственно, должен помочь ему продать. Как бы я тоже его никогда не бросаю в беде, он мне помогает, я ему помогаю, ну, такие мы корешки по жизни, короче, получается. Вот, поэтому со снегоходом расставаться, на самом деле, как бы, несложно, потому что вроде как бы не столько в него вложено, как было вложено в ту же тайгу 550-ю мою. Вот. Поэтому, наверное, я не так с ним расстаюсь, потому что я в него, если честно, прям вот конкретно его с колен не поднимал. Он был, Игорек его большую часть сам поднял с колен. Вот. Поэтому я тут участия мало принимал, только вот помог. Последний-то двигатель поставил. Собрали, все на место, завели, поехали. И в первый раз, в принципе, те же самые манипуляции выполнял я. Поэтому, грубо говоря, с этим снегоходом я расстаюсь намного проще, намного легче, чем расставался с тайгой. Да, тайга, конечно, я по ней до сих пор скучаю, потому что снегоход был реально от болтика собран. Прям от малейшей гайки, болтика до самого завершения, как бы, полностью. Да полностью его поставил на ход и на нем поехал. Время идет, как бы, поэтому не унываем. Вот, может, когда-нибудь купим себе снегоходы с игроком по миллиону и будем уже заниматься профессиональной рыбалкой. Пока мы так, новички, так сказать, дрищи в этом деле. Стою, вот жду, ребята. На самом деле хочется так горцануть, покататься, но не могу. Снегоход новый, двигатель на обкатке. Я даже сейчас чуть газку поддаю. Он летит, и он под себя вот так выгребает. Но не могу тоже как бы мучить его, давать газу там до упора, потому что снегоход находится на обкатке. Пробег сегодня, на сегодняшний день, 152 мили, по-моему, всего лишь. Это после того, как мы собрали двигатель полностью. Да хорошая техника, Polaris. Кто бы что ни говорил, я много слышал, что там вот у них валы там говно, то-то говно, это говно. Да говно тот, кто садится и снегохода выжимает полный, там все, что можно, блядь, газы, прыжки, вот это, конечно, это все для утилитарного снегохода это тяжело, это на большая нагрузка, это снегоход не рассчитан. Если ты хочешь прыгать, там я уже говорил в своих видосах, если ты хочешь прыгать там где-то по горам кататься, покупайте снегоходы, горники. В чем здесь утилитарный снегоход? Да, он мощный, 90 лошадей. Да, у него водянка, он не греется и все остальное. Но этот снегоход не предназначен для прыжков и каких-то там, блядь, супер экстремальных условиях. Это утилитарный снегоход Polaris Whitetrack LX5. Далее, что хотел бы сказать, также мне многие, я смотрел ролики, где, блин, на тайге такое делают, прыгают и вертятся там, я не знаю, что только не творят, а потом, ой, у меня рама лопнула, конечно, блядь, рама же рассчитана прыгать на тайге. Для этого и делалось, чтобы на нем скакать, да? Ну, блядь, ребят, наверное, надо рассчитывать силы, блядь, снегохода и для чего он создан. Наши русские снегоходы, они вообще созданы чисто ехать по прямой. Не в горку, не с горки, чисто по прямой. Не, ну с горки еще может быть, а в горку нет. Блядь, рассчитывайте свои силы и возможности. Хотите горный, купите и катайтесь, прыгайте, что хотите делать. Вот, по-моему, ребят, едут уже, подъезжают. Поэтому будем слушать, что нам скажут, что нам предложат. Вот они с прицепом едут, ребята. Это за снегоходом. Ну все, снегоход загружен. Уезжает в Кировск. Надеюсь, там у него будет хороший хозяин. Вот, машина приехала.
Пока, Поларис, братуха. Чуть-чуть не доделали тебя, мы.